начинаем нашу пресс-конференцию. Первое слово предоставляет главному тренеру гостей Сергей Михайлович, ваш комментарий. Ну, хочу хозяев поздравить с победой. Вот, я думаю, сегодня они заставили очень много играть в обороне на протяжении всего матча. Вот, я считаю, что достойно мы где-то справлялись с этим. Вот, территориально, конечно, владели инициативой хозяева, но вы проводили атаку. Вот. Но я считаю, что по остроте моментов, которые мы создали, были возможности для забивания, но, к сожалению, сегодня провели первый матч, когда шайба так и не зашла в ворота. Вот. А так, я думаю, считаю, неплохо сыграли в обороне. Вот, хозяев с победой, что можно сказать. Хорошо. Вадим Сергеевич. Ну, хотел поздравить болельщиков наших. Спасибо вам огромное за поддержку. Денис Перетягин, который дал уверенность ребятам наших вратарь. Сыграл первую игру на ноль, за что ему огромная благодарность. По игре в целом, я думаю, с первой секунды и до последней где-то первый раз доволен игрой в атаке, игрой в обороне, игрой в средней зоне. То есть были... Дотерпели, можно сказать, да, так наконец-то. То есть были хорошие матчи и пропускали в концовке. Здесь не пропустили. Да. Молодцы, сыграли грамотно. Да, были моменты у соперника. Опять же, повторюсь, Денис давал игру, давал ребятам ту же уверенность. И были хорошие моменты. Здорово сыграл вратарь соперника Шестеркин. То есть знаю этого вратаря очень хорошо. Говорил, что нужна постоянно помеха, то есть чистые шайбы ловит хорошо. И, ну, победа есть победа. Всех с победой хотелось бы еще раз. Вопросы по тренеру. Обе команды уже являются потенциальными соперниками плей-офф. На сегодняшний день вы как бы по сетке уже друг против друга уже потенциально играете. Вы воспринимаете ли друг друга уже как соперник, как по плей-офф или нет? Это сейчас сложно говорить, давайте подождем, еще 2 дня осталось, будет видно, кто будет, у кого соперником, поэтому сейчас что говорить. Сложно еще. Как согласен. Может быть так, может быть, но... А может и не быть. А может и не быть, да. Вадим Сергеевич, вы сделали довольно такие резкие перемены. Довольны ли перестановками? Ну, в принципе, победили, выиграли. Естественно, конечно, доволен. Да, ребята не играли давно, после травмы, 3 месяца. Ну, ребята опытные, Белоконь, Васильев, то есть, как бы, не первые уже, да, не молодые, то есть, тяжеловато было, конечно, первый период войти в игровой ритм, поймать ту игру, которая, да, то есть, ну, в целом справились, и, конечно, довольны. Сергей Михайлович, в вашей команде играет лучший вратарь лиги, Игорь Шестеркин, он для вас полкоманды, больше половины. Да, я считаю, что в любой команде хороший вратарь – это больше, чем полкоманды. Поэтому... Если у вас замена, то есть, в случае чего? Ну, а почему нет? Пожалуйста, на протяжении других матчей у нас вратари выдавали сухие серии и надежно стоят. Поэтому играют в ворота, извиняюсь. Нет, у нас есть замена, ребята, ему всегда. То есть, когда он остается в первой команде, или вот сейчас он был в сборную приглашен, когда... Поэтому у нас с вратарями, в принципе, вратарская линия довольно-таки на хорошем уровне. Дмитрий Сергеевич, все, приехал Роман с чемпионатом. Как готов ли он был к игре? С ним пообщались, он прилетел вчера утром. Да, тяжелый перелет был, что туда, что обратно. То есть 4 дня, практически 3 игры провел. Ну, рвался как бы. Да, свежести немножко не хватало, но, в принципе, нормально сыграл. Спасибо.